Так. Полетит таракан. Пошел нахуй отсюда. Вот такие вот дела. Вроде все рассказала. Все, что можно было. Все, что нельзя было. Спорт спортивный не успела посмотреть. Спасибо большое за лайки. Пользователь 70, я вас сейчас заблокирую. Иди учи своих сестер и свою жену будущую, а не меня здесь учи, понял? Так что давай, вали отсюда, лесом иди. Ай, спасибо большое, брови красивые. Ой, фу, нет, мне брови сейчас некрасивые, не надо. Я сейчас и хочу нормальную форму им придать, поэтому я их не щипаю вообще. Но я, в принципе, до этого их не трогала, немножко убирала. Вот, а сейчас хочу новую форму, поэтому жду. Поэтому я их не трогаю. Так. Привет, Фара. Так. Я, короче, узнавала, сколько стоит операция на нос, а этот, ринопластика. Ну, типа, вообще, цены от сколько до скольки варьируются. И знаете, что? В принципе, одинаково, что в Турции, что в Алмате. Ну, в Турции немножко дороже, конечно. В Алмате от 1 000 000 идет, а в Турции от 1,5 миллиона. Вот, поэтому... У тебя пишут голуби. Да, слышно, хорошо слышно их, голубей. Так. Ну, я вот, короче, хочу прям сделать себе, хочу ринопластику сделать. Хотя многие говорят, что не надо, у тебя идеальный нос, но тем не менее я все равно хочу. Если я что-то хочу, я это сделаю. Могу я дать тебе свой скайп? Боже, ребят, а скайп все еще существует, да? Никогда скайпом не пользовалась, вообще никогда. На армянку похоже, пишет. Я бы тебе сказала, на кого ты похожа, но я промолчу, ладно? Анастасия, привет! Как дела? Зачем тебе ринопластика? У тебя очень даже симпатичный носик, пишет пользователь. Я хочу, я же сказала, если я хочу, я это сделаю. И никого спрашивать не буду. Абсолютно никого. Если я сказала, значит, я сделаю. Я такой человек... Блин, я не знаю, что у меня с камерой, ребят, произошло. Вот многие, наверное, видели мое видео, да? У меня задняя камера вообще жестко начала гнать. Плюс она не фокусируется. Допустим, я что-то фотографирую, у меня все мутное. Что-то передний начинает гнать. Господи, просто что происходит? На минуточку моему телефону всего 2 года. Я его не роняла, ничего. Не понимаю, что с ним происходит. Я уже заколебалась. Привет, пишет по комментариям, все вас в камерах хотят ввести. Блин. Надо, говорит, врача сначала спросить. Зачем мне его спрашивать, если они сами не прочь подзаработать на этом? Естественно, консультация будет с врачом. И дальше уже будет понятно, что как, что менять. Так. Это предпосылка к новому телефону. Еще бы мне его взяли бы родители. Знаешь, сколько я уже прошу? Сколько я уже говорю, купите мне телефон. Если бы мне его взяли бы, я бы еще... Окей. Вчера сестра хотела взять, но этот...
Короче, не получилось. Вот. Теперь родителям говорю, мама такой человек, что она сказала, что нет. Типа, нет. Мы говорим, и так уже. Эти айфоны, говорит, накупали. А ты опять. Хотя я говорю ей, что это не я эту камеру, с этой камеры что-то сделала. Она сама по себе, так я не знаю, что произошло с камерой, что она так вот начала гнать у меня. Вот этот последний телефон папа покупал. До этого мама брала. Я такая говорю, мам, походу твоя очередь брать. Эльчин, привет. Как ваши дела? На свадьбе зацепите поклонников. Что за фигня? Конечно, делать мне нечего. На свадьбе зацепить. Себя зацепи. Скажи, кто тут по национальности, извините за такой вопрос. Если я скажу, кто я по национальности, спать будешь спокойно, что ли? Ничего не сравнится с натуральной красотой, кругом одинаковые куклы уже. Слава богу, что пока что я себе ничего не делала. У меня все пока что свое. Никаких уколов красоты или еще что-то я не делала. У меня их пока что не разрешают делать. Ни мама, ни папа мне это еще не разрешают делать, поэтому все свое пока что, ребята. Пока что. Хотя у людей прям за все уверенные, больше, чем я, наверное, знают меня, что у меня губы сделаны или еще что-то у меня сделано. Я такая сижу, думаю, ну да, конечно. Так, привет, привет. Сколько тебе лет? 24. Напиши крупными буквами, что казашка. Меня казаха, я не казашка. Не надо дезинформировать людей, я не казашка. Из какого вы города? Я из Костаная. Хватит себя баливать. Баливать? Баловать. Так говорит, как будто за твои деньги что-то приобретается. Мне большой плюс, что я самая младшая в семье. Поэтому. Так. У тебя корни цыгане? Нет. Что там, никто не балуется? Жека, классный, конечно, тебя модератор. Я уже без тебя сколько людей заблокировала. Так, тебе живую водили, бил, убежали, били. Чё? Да, коротко, я и русский язык. Пишет, о, с Костаная. Пишет, да, с Костаная. Костаная. Ой, он мын лайк до старца змаган уже стеданг с 10 тысяч лайков, ребята. One love. Спасибо большое. Ты похожа на цыганку Азу. И чё теперь? What's up? Да. И что теперь? Плакать мне или радоваться этому? Непонятно. За рулем пишет я. Окей. Так, короче, мне нужно искать мой халат.